Татьяна? Ну, значит, ты тут по-прежнему? Тут. Слышала, что ты в городе. Но пока своими глазами не увидела. Не мог писать, сама понимаешь. Понимаю. Что ж тут не понимать? Вот ты знаешь, почему я домой вернулся. Да, я знаю. Родители, они... Я знаю, почему ты уехал. А зачем вернулся-то? Ну, по работе. Поучиться. В Союзе тоже есть где учиться. Ну, а у тебя все хорошо? Нормально. Вышла в начальники? Нет, все на этой уже должности. Может, ты все-таки скажешь, зачем приехал? Мне бы было попроще с тобой разговаривать. Ты что, мне не веришь? Я же знаю, что это был ты. Ты рассказал американцам о моей операции. Но я так и сказала. Сам знаешь кому, что я думаю на тебя. А ты вышел сухим из воды. Молодец. Отец помог, да? Это бред, Татьяна. Значит, это шло от тебя. Ты знаешь, что меня допрашивали? Меня расстрелять могли. Однако вот ты жив и здоров. Ты хоть понимаешь, что ты сделал, Олег? Или тебе все равно? Я как дура тебе доверяла. Ничего, это хороший мне урок. Я бы в жизни никогда... Ты помнишь, меня собирались сделать резидентом? А теперь я чудом удерживаюсь на той же должности, что и 5 лет назад. И все это из-за тебя! Ну, прости. Прости, что не получилось так, как ты планировала. Нет, а знаешь вообще, какой смысл извиняться? Знаешь, что мне помогло? Я просто перевернул страницу. Перевернул страницу? Как мило. А может, тебе стоит иногда оборачиваться? Посмотреть, растет ли трава, где ты прошел?